Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Прошло обновление по бейджам. В левый верхний угол нажимаем на наш значок. И вот здесь вот вы видите, появился вот такой вот с бейджиком 1000 километров. Здесь я его уже приобрел. Вот здесь, кстати, видно вот 42-й левел. Я не знаю, что это означает. Вот сюда если пройти, вот я один забрал. Здесь вот снизу еще есть кнопка, нажимаем больше, здесь еще вот можно забрать бейджики. Так, давайте, меня интересует вот этот вот бейджик, давайте его заберем. Что они пока дают, пока непонятно. Так, забрали. Так, здесь у меня еще есть 100 километров бейджик. Этот есть, заберем. Я не знаю, что они дадут. Все, пока все. Здесь можно вот кнопочку все посмотреть и какие вообще бейджи есть, то есть какие вообще бейджики существуют на рынке. Там хаос, непонятно какие цены, их уже продают. Вот из Rainbow что есть по гему, по кроссовку. Rainbow Plus вот здесь смотрю есть. Вот такие вот бейджики у нас имеются. Теперь, когда мы проходим к себе, зажимаем вот здесь вот. Вот здесь вот появилась вкладочка Badges. Почему-то только радуга высвечивается, странно. Те, может, нельзя продавать, а этот типа можно продать. Да, этот получается можно продать. Если в рынок пройти, здесь также у нас есть вот здесь вот бейдж. Вот они, бейджики эти. Цены вообще то, что какие ставят, не знаю, там. Ну, здесь, не знаю, миллион кто-то поставил за радугу. За камень. Такой какой-то красивый бейджик. То есть пока не разобрался, не понял, что они дают. Ну, цены абсолютно разные люди ставят. Так, ребят, я здесь еще понажимал. Там, оказывается, надо было все нажать, вот которые здесь высвечивались. Вот такие вот бейджики мне дали еще. Сеньор здесь. Ну, такой вот бейджик дали. Ну, у меня вот недавно год был, я пост делал, кстати, да. В общем, еще вот такие бейджики дали. Так, и еще вот здесь на фон кроссовка нажимаем. И здесь можно вот поменять фон. Вот такие разные фоны. 1, 5. Поинтов 10. Вот этот вот, наверное, возьму, поставим сейчас. Теперь нажимаем опять на фон, и вот он у нас. Прикольно. Вот фон поменялся. Ну, такие, в общем, обновления. Я себе вот здесь в телеграм-канале выложил пост, краткое описание, что они дают, можете пройти ознакомиться. Также можете ознакомиться, ребят, с закрепами. Там есть про премиум направление, про CoinList. Токен сейл у нас долгожданный будет 18 мая. Кому интересно, подписывайтесь. Все, ребят, вот такое короткое видео. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.